Невада стала первым штатом в США, упразднившим налог на блокчейн. Как сообщает CoinTurk.com, 30 марта сенатор от республиканцев Бен Кикхефер подписал законопроект в парламент, после чего 5 июня законодательное собрание штата Невады одобрило этот закон, направленный на развитие блокчейн. Как сообщает CoinTelegraph, влияние биткоина растет, и сейчас он уже влияет на каждое государство и компанию. А этот закон направлен как на продвижение штата Невады, так и всего блокчейн-сообщества. Губернатор штата Аризона Даг Дьюси 29 мая также подписал законопроект о блокчейне, который признает законность блокчейн-подписи и смарт-контрактов.